Ты сейчас лампу, да, купил? Давай, да. А, Ируха, я тут продаю. Да вы издеваетесь, блядь! Эй, усап, меня зовут Флэш Кей. А меня Кристом. И добро пожаловать в Безумную Террарию. Ну что ж, ребята, сегодня мы отправимся на острова летающие. Где мы призовем как раз-таки вот этот вот НЛО. Не знаю, что из этого предстоит, я даже не гуглил, ничего не смотрел. Спасибо за метеорит, братишка. Спасибо, Игорь Миша. Я быстренько складываю. Ты знаешь, когда мне некуда класть, я и даю тебе. Ты, Децл, ты, блядь, должен сам брать. Я для чего поставил общий сундучок? Нет, я ничего не слышу. И Децл, давай, все. Если ты еще один раз так сделаешь, я просто буду сжигать все, что ты мне дал, понял? Позволяет управлять гравитацией, я две штучки купил. У тебя есть? Мне дай, пожалуйста. Ой, фу, вернее, в сундучке. А, я куплю. В смысле, купишь? Там еще есть? Вообще-то... Ой, give me two, please. Вообще-то продают у нас NPC специально. Какой? Я вот только что... Ты сел, потому что на нее дурак. Ну ты вообще... Можно не при людях? Я потерял. Что я купил? Ты на max number of minions тоже купи зелье. Summoning potion. Четвертая с конца на первой строчке. Четвертая с конца на первой строчке. Все купил. Я даже две штучки куплю. Так, а на гравитации? Gravity Potion? Купил 22 штучки. Это где оно? А сейчас в самом низу спереди. Нашел. Спасибо. Все, полетели. Пюп. Давай, ты я вправо, ты влево. Let's go, ребята. Так, блин, сколько тут бабочек летает, этот пиздец. Хотя как... А, вот. Вот так вот летает. Блин, дышится в воздухе тоже можно! А зачем тебе это? Быстрее в воздухе перемещаешься. Подожди, я не помню, как... Да куда лететь? До космоса. А, все, я нашел куда-куда. Дыхание космоса. Дыхание космоса. Ты в любом случае там найдешь что-то на... Блин, а я, кстати, могу... О, гарпия была! Серьезно? Да. Летающая кошка такая, нормально, все нормально, не волнуйся. Главное, хуям не улететь, ребята. Так, на какой высоте вообще-то? Хуям ты можешь улететь. Не, ну у тебя... Опа! Найдена наша! Нашел? Интересно, да? Хорош. Ух, тут какой-то злой торнадо! У, сука! Опа! Отлично! Эйр-фрагмент, а что будет с торнадо? И что за эйр-фрагмент? Ну ты, блядь, спроси у разработчиков мода. Опа, я в воздухе поймал монетку. Так, главное не сдохну. О, гарпия, здорово. Гарпия. Бля, мои... Опа! Что? Блин, я на мини-карту смотрел, засмотрелся, и прям передо мной остров вылез. Я чуть сознание не потерял. Блять, из них можно броню сделать. Из чего из них? Из этих... Из кого из них? О май гаднес! Алло, ну, тут, конечно, не полет. Но по этот. О, а я это звездную ярость выбил. Планирование. Я этот. Понял, лук. О чем я? Да, я лук нашел. Это что за лук? Блять, ребят, оказывается, из этих гарби что-то пиздатое падает. Че, ладно, я вне серии построю эту. Каймил. Iron Bar in это подкова. А чё, продолжаем искать? Конечно, да, блядь, ты что-то... Конечно, что-то ты быстро сдался, братан. Мы ещё здесь потом... Мы потом ещё здесь должны будем отстроить эту рыболовную херню. Ой, рыболовный остров надо найти. А я что нашел? Нет, я... Ну он водяной полностью или с домиком? С домиком. Ну все, иди ищи свой водяной. Тьфу, блядь. Там есть с озером. Ты, блядь, у тебя на голове озеро. Неправда, я волосатый. В обратную сторону. Так, я пока только один нашел. Дубовый лес. Озеро, ребят, озеро у него на голове. Отвечаю, как свидетели, которые реально в жизни видели, ребят. У него озеро такое, что пиздец. Ну да. Так. Ну. Серьезно, сколько летаю, уже ничего нет. Ой-ой, действие зелья закончилось. Где? Где зелье? Я потерял! А я использовал лох. Я... Фух!
Смотрите, как врет. Я второй прыжок, я второй прыжок. Актер, актер. Я тебе серьезно говорю, я второй прыжок, чувак, этот... Ну, нажал в самый последний момент. Я его не прожал в самом начале и выжил из-за этого. Все, остров найден. Хули, давай выебайся дальше. Еще один? Ну, который без домика. Ебанумбас! Что это с него выпало? Ёп! Ну, херня, которая с воздуха тоже стреляет, знаешь? Чего? Меч такой. Розовый? Нет. А какой? Ну, цвета гарпии этих, блядь. Ты дурачок. Что? Чё ты несёшь? Ну, цвета гарпии, реально. Так. А ты у гарпии какой цвет? Голубой? Ну, у них такой разноцветный. Где остров, мать ваша? Снежкомет потом вернёшь, пидорас? А я его продал, по-моему. Ты ебанутый? Не совсем. Ты шучу, я его, по-моему, положил в сундук. У, сука, ты посмотри, блядь, меня до инфаркта. Какой говняный по сравнению с нашим? С чем? С нашим акулой, с нашей. Слушай, а как нам сделать большую акулу, или как там они назывались? Это, по-моему, этот уже... Хардмод. Да. Блин. Ой, это что за торнадо? Подожди, я тут незваного гостя нашел. Да какие тут петухи просто. О, пукалка. А, пукалка. А вместо чего все, инвентарь заполнен, ебаный рот. А, вот хилок сколько. Пошли нахуй, хилочки. Слышишь? Я слушаю. Я это пидорка какого-то убил. Надеюсь, не меня, ребят. Я надеюсь. Я живой! Ну сейчас умрешь, значит. Блять. Надо было больше зелья. А, у меня еще одно есть, нормально. Я почти закончил свое путешествие. У меня 20 зелий, о чем ты? Ребят, я что-то немного слепой, у меня как раз таки тут... Просто незваный гость под названием Strange Plant. Да будься. Strange Plant, да, блин. Хорошо, что я заметил. Хорошо, ребята. Я заметил это. Полетели дальше. У нас это большой мир, да, у нас? Да, это огромный, самый большой. Пиздец. Я нашел второй остров с домиком. Я тоже, я тоже второй. А, подожди, я три даже пролетел уже. Стоять. Так. Это что за хуй? Опа! Он внизу, вот, нашел! Где водичка одна? Ну круто. Ой, я шарик нашел. Эх, шарик. Я, как и ты, был на цепи. Шарик. Ой, боже мой. Много мы не исследовали еще на самом деле. Там где-то по-любому должно быть, где мы не заметим. Что? Ребят, присунули глищу прямо во время прямого эфира. Смотри, без смс и регистрации. Шо? Выпью зелье еще? Джонни Стори, конечно, но ты в пролете. Ну-ка, расскажи мне. Я сейчас тебя убью и буду сам снимать здесь террариум. Умник, блядь, охранка у меня. Я уже второй выбил. Что ты выбил? Зей. Короче, молниями, я теперь бог грома. Ой, ой! Ребята, насмотрелся своих вот этих фильмов и ебёт себя в жопу. Ты не знаешь, да, про какое я оружие говорю? Да, догадываюсь. Ну и какое? Которое, пошлю тебя нахуй. О, ну ясно. Видите, это люди, True Terra Blade? Словарный запас маленький. True Terra Blade. Ни хрена себе, ребята. Это дикость, оказывается. Что классно. True Terra Blade крафтится из как раз таки фрагментов, которые я не просто так-то добыл. Но! В то же время мы можем добыть вот этот range damage, только sharp feeder. Да ну в пизду, ребят. Какое-то говно крафтится из этих air фрагментов. Поэтому это кладем сюда. А из лука что-то можешь крафтиться? Из лука крафтится Night Sky, которая совмещает из себя 4 лука. Night Sky? Да? Да. Ладно, это не буду удалять. Гарпи Blade, Star Blade делается. Ты уже дома? Да. Сейчас тебе кое-что принесу. Ты все исследовал? Да. Врёшь. Все исследовал. Врёшь. Так, копыта. Из копытов делается шарик как раз таки этот. А, вот что за шарик ты нашел, блядь. Да, да. Какая-то интересная херня. The mother of all ball balance. Что? You, это, suck my balls. Да, 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 да. Тут можно все шарики совмещать, лол, оказывается. Что, в смешарики? Все шарики совмещать. Что? Вот это, видите? Это, походу, самое лучшее, что тут есть. Это самый лучший аксессуар. Soul of Dimension.
12 дефенса, конечно, дается. The dimensions of Terraria are at your fingertips. Do the various thing. Ребята, я, конечно, ничего не понимаю, но... Епа! Я, конечно, не англичанин, но... Но... Ауч. Блять, тут столько аксессуаров надо! Ой, я тоже нашел только это море. Столько аксессуаров, ребята, совмещать надо. Это реально... Это очень ты глобально. Я вернулся. Это очень глобальная сборочка. Да, ну-ка, подожди. Сейчас как децл будет, мне все в инвентарь скидывать. Посмотри на эту хуйню. О, ясно, ясно. Ой, я слух это скажу. Поднимай руки! Ну пиздец, и где урон? Вообще этот 29 урон. Я вижу на себе 29 урона. Опасно. Боюсь. Давай посмотрим, с чем это скрафтится. На, это тоже посмотри. Так, На, и это тоже посмотри. Это я смотрел уже, говно. Гарпи Блейд. Что, блять? Чё? Комет Мунсун, 576 дамаги. Не хочешь? Хочу. Это лучше, чем Тераблейд. Ну, я хочу. Ну, давай тогда добывай там до хрена, да. Ёб твою. Ну, тут Мунлорда убивать надо, тогда нет смысла, пиздец. Так, из этой херни что крафтится? Ёб твою мать, я даже не хочу смотреть, как это крафтится. Там пиздец предметов, братан, тут столько всего нам нужно. Нам вот этой херни, то, что у нас вот эти мест до хрена, нам не хватает вообще. Ну, делай еще. Ты шумник, блядь. Делай. Заткнись. Ой, я слухать. Причем рейндж огромный. Рейндж, ребята. Ладно, посмотри, короче, что мы делаем тогда сейчас. Сейчас мы... Ой, главное, чтобы террария не налагала еще, спасибо. Беспалево сделаю. Ой, я слухать сказал. Блин, крутой имею. Эта фигня очень крутая на самом деле. Ту-ду-ту-ду. А, нет, работает. Чё? О чем ты? К нам механик? Кто прибыл? Не знаю. Араб! Кто? Полетели, братан. А где этот араб заселился? Подожди, ты ему похуй что ли накрыли? Алло? Кто? Что ты сказал? Тебе похуй накрыли? В смысле, ясно. Они же хардмодные, скотина. Я проверил и работает. Гарпи еще побьет, а они вообще изи крафтится. Гарпи поубивай. И сколько тебе надо этих? Ты, блядь, две гарпи убьешь, что тебе крылья будут? Я положил в сундук перья. Я тоже. И фрагменты души тоже. Не, фрагмент души не нужно, там только... Серьезно, крылья уже до хардмода можно? Это вообще жесть, если так подумать. Дебил, ты с ними ходишь. Не, ну это жесть, реально. Смотри. Винг, чаще вместо раз я скажу. Чего его одеть? То, что ты сам придумай. Смотри, тебе нужно... А, тебе просто, ну да, 4 крылышка. 4 крылышка, ну, перья и все. Еще 4? Да. Боже мой. Блин, лол, крутила крылья! Опять себе все самое первое сделал и сейчас дрочит. Я дрочу вместе с вами, ребят. Так, Strange Plan, давайте этому... Блядь, по-моему, кого-то ёбнули просто, и он пришел. Не знаю, я не общаюсь со мной, я обидел. Хорошо. Ребята, снимай один сегодня. Сейчас. Вот этот Strange Plan, давай. Тьфу, блядь. Мираж? Не общайся со мной, дай. Я сказал. Я говорю, дай, умирай, значит. И в чем разница? Фу, блядь, говно какое-то... Ты не умеешь давать ничего. Это звали... Да какой ты вообще? Ребята. Твою мать, знаешь, куда этот араб заселился? В джунгли? А, на остров! Здорово! Ёбаный в рот. Джава Худ. Он Desert Crow продает. Лампа! А Сумон гений. И маунт тут еще продается, вот этого. Что ты там? Что как ему этот араб местный? А-а-а, Аладдин, блядь! Аладдин, мадафака! Подожди, он дерется, Аладдин этот? Не знаю, он скорее всего дерется, он же не дебил. Это ты сейчас лампу, да, купил эту? Да, да. А, и рухаля тут продает. Да вы издеваетесь, блядь! Надо переселить этого дебила обратно. Ну сломай ему дом хуям, и все, блядь, ломаем, ребята.
Правда, я этого дебила перезвать не могу. Или он просто за мной ходит? Вот оно ходит. Опа. Так, братан, все, полетели. Куда полетели? Что ты делаешь? 16 тысяч! Что это? 16 тысяч! Джонни, кто? Какого хрена? Я же тебе говорил, это тот босс. Отстань от меня, мальчик. 16 тысяч? Этот упрыгивает к хуям. Араб, бля. Братан, мы вообще не пробиваем Архалисом. Это другой босс вообще. Как тебе мой хп, да? Нормально, у меня с удара 8 выдает. А ты не падай под него. 200 снял. Ой, хорошо же есть, типа, неровная местность. Он задумался. Он тебя пытается найти, походу. Урон наносим. Ну, с учетом того, что он практически ничего не делает, это нормально. Ой. Ладно, завалил ебало. Когда он делает, просто прыгай и все. Ау! Вот твою мать, что ты... Все, под крышей стой! Ты дурак? А как мне его дамажить, скажи мне? Ну спрячься! Давай, стой под крышу! Стою! Стой! Пока не появлюсь. Ага, умник. Отхилься, отхилиться. Стой, подожди, не уходи, мы. Он волну пустил. Да, да, правда. Он, ты я знаю, как мы его убьем. Все, я знаю. Давай, делай, я знаю, как мы его убьем. Это нет. Очень изи. Не буду. Знаешь, что мы сделаем? Что? Не будем его убивать. Просто стенки сбоку поставим, и эта волна нас не будет дамажить. Она об стену ударяется. А мы через крышу его гасить будем. А если он в центр, откуда мы гасить него будем? Туда пустим? Он не залетит туда. Но да если залетит, получим урон, не страшно. Причем тут залетит? Вот эту хуйню он пустит прямо я в дырку? Понял, я это имел в виду. Ничего страшного. Какой ничего страшного? Мы оба... Маленькую дырку сделаем, как сейчас убивали, и все. Мы можем его убить. Но вдруг из него выпадет что-нибудь крутое. Мы такие, ой, нет, ё, мы умерли, не будем больше. Не-не, конечно, мы будем его убивать, но чуть-чуть попозже. Ой, опять началось. Видите, оправдание. Ты, Децл, иди в фарме мне предмет. Умник. Давай иди в фарме, блядь. Какой предмет? Который нужен для его призывалки. Ну так и скажи. Я тебе, я хотел намекнуть. Ну ты же не сказал. Ну ты как девочка не понимает, которая намеков, да, блядь, такой. Да, да. Ребят, я вообще глич, блядь, я нихуя не понимаю. Умею только лагать, блядь, и все. Да, да, да. Краткий пересказ биографии глича, блядь. Так. Смотри, сейчас ночь, правильно? Не буду я смотреть, отстань. Да. Пошел нахер, ребята. Вот пошел такие, нахер. Вот таких, ребята, вот таких. Ай. Блин, мы реально не встретили... А, на тебе одно перо гарпии. Нихуя себе. Вот это класс. Оверлодер. Я хочу крылья, пошел ты нахер. Слышишь, пойдем. Нам как раз нужно к демоническому алтарю, мы сейчас пойдем... Ну иди, я телепортируюсь. Ну иди, давай вместе, слышишь, умник, блядь. Ну ты дурак, я на гарпию, не уходи, мне крылья нужны. Уйду. Ну ладно. Друг называется. Кто я? Ребят, меня флагжики зовут, если что. Давай, давай. Не, я сейчас пойду, в любом случае нам крафтить нужно глазика этого ебанутого. Шторм из глазиков, я думаю, мы осилим хотя бы. Ебать, патрончики-то заканчивают. Все, ребят, потихонечку на акуле. Опа, вперед. Блин. Ну сколько нужно было? Два пера всего лишь? На одно больше. Я в сундук забыл потащить. Короче, добудь там эти изи, они убиваются, эти дурачки. Так я их найти не могу. Не на том острове стоишь. На моих островах... Зелено спавну можешь выпить спокойно. Спасибо. Не за что, братан. Метку там поставь и телепортнись. Блять, тут снежный буран просто, пиздец. Холодно, блядь. Полное погружение в террарию. Холод чувствую. Ай, блядь. Горю. Сколько? Три штучки. Еще одну добыть. Одну, все, уже поздно. А, нет, две штучки. НЛО! В смысле НЛО? Спавнер упал? Да. Не спавнер, а это хуйня. Ну все, на. Так, я до демонического алтаря. Полетели! Блин. Не, все же крылья до хардмода, это вообще пиздец, охуенно.
Ай, БНЛО до сих пор шмаляет! Серьезно? Блять, надо времена шифта и вот эти дэши делать, это вообще неудобно, пиздец. Да твою мать, самый, блин, вор. Ну, варю, а, сука. Так. Я оверлоудер взял. Глазики на нашей платформе, ну нахуярим, ребята. Какого хрена? Подожди, мне кажется все же, что... Ебать, тут лута лежит! Ёбаный свет! Нет, мы по баблу мы точно окупились. Это прям 100% мы окупились, призвав этих дурачков. Это 1000000% окупились. А мы что, кого-то другого сейчас будем убивать? Глазиков? Ну мы не сейчас особо там будем убивать. Да. Че? О, у меня коньки выпали. Я тебя дико поздравляю, ребята. Оверлоудер. Полетели. Аймалгаматион. Чего? Это называется как Армагеддон, только из глаз. Круто. Все. Едем домой. Пум. Кладем сюда. Крылышки. Пум. Уинг. И у меня для тебя плохие новости. Ну иди фармим. Нет, что это я? Ясно. Одно крыло ты не дофармил. Хорошо. Теперь если я попрошу что-то пофармить, увидишь. Братан, я занимаюсь... Да, хорошо, давай, иди сюда, давай убьем этого босса. Я тебя понял. Зачем давай туда? У нас глазики. Глазики. А-а-а. У нас день или что сейчас? Я не знаю, день. По-моему, даже... Чу сейчас, короче, ребята. Продам эти йо-йошки. Глиф не буду продавать. Блять, сколько у нас всего. Ёбаный свет. Ну что ж. Глич, готов к атаке? Да. Точно. Чего, шашлыки? Это пей все зелья. Я сказал, да. Я собрался это делать. Пунь. Поехали. У нас день. Не призывается. А может сейчас ночь будет? Ну знаешь, что убьем следующую серию. Подожди, а может сейчас ночь? Братан, проверь по космическим часам. Мне кажется, сейчас ночь будет. Или сейчас день будет. Что сейчас будет, блять, я не понимаю. Короче. Пока есть время, быстро нужно. Быстро. Зелье продай мне на гравитацию, сука. Быстро. Раз, два, три, четыре. 5, все, полетели. Выпил, бухнул. Проверю по космическим часам, Фатимаса. И у нас, походу, день, братан. Спасибо. О, это солнце? Блять, это солнце, а не луна. Или луна, или солнце. Это, ребята, солнце. Ну, зелья побухали. Ладно, ребята, напились. Нарадовались. Будем убивать, ребята, вот этот Айлмагид, вот эту херню, короче, в следующей серии. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlakeGK. И Глич Том. Всем удачи. Всем пока.